Что, быстро? А? Не надо все думать, все вы кровожадные. Сегодня про вас будет фильм «Фурии Майдана». Бешенство матки у вас у всех, у женщин Майдана. Не было бы этого бешенства матки, Майдана бы не было. Посмотрите на эту дуру Ирину Фараон. Она же брызжет себя ненавистью к русским. Вы думаете, она русских ненавидит? Она их обожает. Но бешенство матки, нету любовника, нету мужа, ничего нету. Зверь между ног сидит, и она вот через язык, она свой дурацкий язык, этот огненный смерч вырывается наверх. Как и у вас стоите. Какие санкции? Да по-доброму надо, лаской надо. Где это твои придурки? Сюда дави, сюда. Сюда иди тоже, журналист. Иди сюда. Давай сейчас. Я произнесу, а ты подбегаешь ее и начинаешь жестко насиловать. Христос воскресе! Воистину воскрес! Христос воскресе! Воистину! Иди целуй ее, целуй, обними, целуй, хватай! И вторую бери. Целуй ее сильнее, и ты вторую бери, целуй. И ты иди целуй. Христос воскресе! Христос, не надо беременно здесь стоять. Здесь только без беременных, понимаете? Потому что если беременная, домой! Простите, нет! Беременным здесь стоять не надо. Не надо. Поберегите ребенка будущего. Нам хватит здоровья. Она довольна. А вы что лезете, лесбиянка? Что вы лезете за защиту ее? А что вы, не хамёк, ну тебе пошла вон отсюда. Вон отсюда, да. Какой орган прессы? Какой? Вот пошла отсюда вон. Все. Вы будете лишены работы в Интерфаксе. Все. Все, есть вопросы еще? Кто ходит? На Майдане беременные и здесь. Наркоманы и все. Нам нужны здоровые. На работу беременная ходить не должна. Дома сидеть и беречь ребенка. Понятно? Все. Да. И поменьше подружек лесбиянок. Поменьше. Выгони их отсюда. Вон отсюда. Лесбиянки чертовы. Фурии.